Приветствую вас, друзья! Благодарю, что вы со мной. И большое спасибо всем, кто оказывает поддержку. К врагам и недоброжелателям можно относиться по-разному. Можно их ненавидеть, можно бороться с ними, можно не обращать на них внимания, можно подставлять правую щеку после левой или наоборот. Но вот всегда желательно освобождаться от тех негативов, которые к вам прилипли. При общении с подобными людьми. Потому что очень часто прилипают разные негативные посылы, пожелания и прочие вот вещи, которые забирают силы, отнимают их и омрачают жизнь. И вот эта практика, она поможет сбросить с себя негативы, сглазы, порчу, проклятия. И всю эту черноту вернуть туда, откуда она пришла. Что для этого нужно? Ритуал не привязан к лунной фазе. Делать его можно в любой удобный день, но в светлое время. Возьмите пинцет, ну или может быть рукой, если удобно. Нужно вырвать одну волосину из правой брови. Вот вырвали ее когда, и произнесите на нее такие слова, такой заговор. Жертвую бровью, сберегаю глаз. Прочь изыди, порча, да сглаз, истинно. И после этого нужно взять эту волосину, выйти на улицу и бросить ее на землю. Обязательно на землю, не на асфальт, не на тротуар, там, на плитку куда-то, а именно на землю, либо на голую землю, либо там, где растет трава. Когда бросите, еще раз тот же самый заговор произнесите. А вернувшись домой, нужно умыть лицо и руки холодной водой и еще раз те же самые слова произнесите. И вот все, что на вас было негативного, чьи-то дурные пожелания, сглаз, либо что-то еще, вот все это с вас схлынет, и эта темная энергия уйдет обратно туда, откуда она пришла. Вот такой вот простой и эффективный способ. Еще, друзья, есть одна вещь, которую нужно обязательно выбросить. Вот она в прямом смысле сосет из вас энергию. Посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.